Привет. От вас был вопрос, почему, например, оксид P2O5 с водой дает нам H3PO4. Как это понять? Это нужно запомнить, что определенным кислотным оксидам, вот я их выписала, соответствуют определенные кислоты. Это нужно выучить. Когда вы это выучите, вы поймете, что химия логичная наука. Вот смотрите, кислотному оксиду SO2 соответствует сернистая кислота H2SO3. Вот с водой он будет давать именно эту кислоту. SO3 с водой будет давать нам H2SO4, серную кислоту. P2O5 будет давать ортофосфорную кислоту. N2O5 – азотную. B2O3 – ортоборную кислоту. Оксиду CO2 соответствует кремниевая кислота H2SiO3. Но с водой он в реакцию не вступает. Это нужно запомнить. Нужно выучить кислотные оксиды и соответствующие кислоты, и также название кислот. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, я сделаю для вас видеоответ.